Мурманская область готовится к новому отопительному сезону. За прошедший период на ее территории зафиксировано 265 технологических отключений, большинство из которых в столице Заполярья. В Мурманске по сравнению с другими городами региона наибольшая протяженность инженерных сетей. Благодаря своевременной профилактике количество крупных коммунальных ЧП значительно снизилось. Тепло в квартиры дадут в соответствии с графиком. Не исключено, что это произойдет раньше конца августа. Обычно 25 августа мы стараемся подать теплоноситель в садики, школы, социальные объекты. Соответственно, это всегда идет, ну, всегда на это ориентируется. Если погода будет стоять как этим летом, то, конечно, в этих числах отопительный сезон будет даже, наверное, в многоквартирных домах.